На красной ковровой дорожке по случаю рождественского парада сказочные герои, звезды Голливуда и сам Санта-Клаус. Рождественский парад в Голливуде – это традиция, которой более 80 лет. Это волшебное время для всех. Возможность увидеть звезд, увидеть, как прекрасна Америка, и получить приветствие от меня. Ежегодный голливудский парад изначально был задуман уличными торговцами для привлечения покупателей. В далеком 1928 году он назывался «Парадом Санта-Клауса». Годы шли, шествие становилось все ярче и красочнее, и парад переименовали в рождественский. Участвовать в нем может любой желающий. Тут и морпехи, и герои сказок, учебные заведения и даже целые страны, представляющие свои культуры. Берт Уорд, тот самый Робин из популярного 60-х сериала «Бэтмен», участвует в параде уже много лет. Я хотел надеть свой костюм, но подумал, что привлек бы слишком много внимания, поэтому я решил быть консервативным на параде. Зато я надела костюм его подружки. Машина из кинофильмов «Назад в будущее», марш героев из «Звездных воинов», на то парад и голливудский. Туристы тысячами приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на красочное уличное шествие. Я впервые тут, и мне очень понравилось. Это замечательно, ощутить уже сейчас дух Рождества. Я уже ощутила Рождество, думаю, как и все вокруг. Впрочем, для этого самого ощущения и проводится рождественский парад. Новогодний сезон в Голливуде теперь официально можно считать открытым. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес.